Эти соревнования, ну, уже не в первый раз проходят, и я в них не первый раз участвую. Они помогают мне для дальнейшего развития. Для ученика Кузнецкой школы номер 5 Владислава Зайцева городской конкурс «А ну-ка, парни!» стал хорошей проверкой силы, ловкости и знания основ военного дела. Ежегодные состязания школьников прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Рекорд». Все эти навыки, которые вы здесь сейчас можете выработать на уроках, уже на занятиях физической подготовки, в секциях, в кружках, они будут не лишними. Я уверен, что вы проявите свои лучшие качества, в том числе и командные качества, и победит тот, кто достоин победы. За победу боролись 14 команд по 5 человек из всех школ Кузнецка. Они должны были пройти 4 этапа. Подтягивание на перекладине, строевая подготовка, прыжки в длину с места и военизированная эстафета. В каждом из видов программы участники должны были показать максимально высокий результат. Конкурс «А ну-ка, парни!» проводился в рамках месячника спортивно-массовой работы и военно-патриотического воспитания, который проходил в Кузнецке в феврале. В течение этого месяца проходили разнообразные акции, встречи с ветеранами боевых действий, участие в мероприятиях, которые были городские. Начали мы работать с командой «Общее дело», которая проводит цикл лекций, цикл бесед, показ фильмов для ребят «5 правил настоящего мужчины». Наибольшее количество баллов набрали юноши из гимназии номер 1. Второе и третье места в конкурсе заняли ребята из школ номер 15 и номер 4. Анна Сазонова, Юрий Шипунов, телеканал «Экспресс».